Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас небольшой совсем ролик, но, думаю, приятный для многих. Я объявляю акцию о бесплатном получении запасных колен, частей, хлыстов, как угодно, к удилищам Black Hole. То есть все люди, все покупатели, которые брали у нас эту продукцию Black Hole, независимо от того, когда они у нас это покупали, год назад, 2 года назад, 3 года назад и так далее, они имеют право сейчас получить бесплатно до 2 запасных частей, колен, там колец кому-то, может быть, надо еще чего-то, да, до 2 штук в год. Соответственно, что для этого нужно? Это сказать нам номер заказа старого, который в прошлом, да, на котором человек, чтобы подтвердить, чтобы мы нашли его в нашей базе и увидели, что он действительно у нас покупал удилище Black Hole. И прислать фотографию поломки. Соответственно, чтобы не было такого, потому что я знаю, что люди очень иногда могут быть хитровыдуманными, да, и такие, с такими мы уже сталкивались, когда другие акции проводили аналогичного плана, да, на бесплатную раздачу запасных частей. И люди просто пишут, что я там где-то сломал, выбросил, и вот дайте мне запчасть. То есть на всякий случай берут и так далее. Поэтому фотография поломки, номер заказа старого на это удилище, либо телефон достаточно. То есть мы по этому телефону, по номеру заказа находим, что он действительно нас покупал. Вот, в общем-то, и все. То есть в акции участвует вся продукция Black Hole, которая продавалась у нас в магазине. А у нас продавалась она вся. То есть это все спиннинги, все кастинговые удилища, все махи, все баллонки, все фидера, краповики и так далее. На всякий случай говорю, скажем так, большая часть, подавляющая, там 95% у нас есть запасных колен ко всем удилищам. Но если так получится, что, допустим, только тогда, когда там много, ну, много лет назад, когда мы начали с Black Hole работать, и модель уже давным-давно снята с производства, то и у нас не окажется запасного колена под нее, то в этом случае мы предложим либо бесплатный ремонт, все за наш счет. Если восстановить не получится, мы предложим такую же аналогичную запасное колено, там хлыст ли это, если это спиннинг и так далее, аналогичного теста и так далее, да, от другой какой-то модели. Это не обязательно может быть Black Hole, может быть по диаметру, по конусности, по тесту. Это колено, там хлыстик, да, и так далее, запасное, оно совпадет с другим производителем, скажем так. Здесь право выбора нашего покупателя. То есть, как ему будет лучше, как он выберет, бесплатный ремонт ему нужен, либо он выберет вот такой вариант альтернативный. То есть, мы это все предоставляем бесплатно, абсолютно. Если человек живет не в Москве, и он не может забрать самовывозом, точно так же мы отправляем за наш счет в любой регион России, Казахстана, Белоруссии. Вот, в общем-то, и все. То есть, такие акции будут регулярны. Ну, понятно, что я 100% обещать не могу, что все это будет прям вот много лет продолжаться, да, но на данный момент это уже не первая акция, и мы ее продолжаем, да, впереди у нас будет участвовать Дайва, Лаки Джон, Сабанеев, Флагман и так далее, то есть, в общем-то, ждем анонсов. Еще раз скажу, предупрежу, что в этой акции участвуют только купившие у нас товары люди. То есть я сразу предвижу многочисленные вопросы, комментарии, письма, да, и так и звонки о том, что продайте за деньги. Мне не нужно бесплатно, дайте мне за деньги запасную часть, я готов вас купить для того-то, того-то. Не дадим, пожалуйста, не раздражайте ни нас, ни себя лишних расстройств, чтобы не было, продавать никакие запчасти мы не будем.
мы их отдаем только бесплатно и только для наших покупателей. Поэтому, если вы купили где-то в другом месте удилище, все, как бы, к нам по поводу запчастей не обращаемся. Вот по поводу Black Hole конкретно, да. По поводу других каких-то производителей, там, например, там, Сабанеев, Волжанка, может быть, Земакс, то есть, и так далее. То есть, такие запчасти мы можем продавать. Но, опять же, здесь будет в приоритете купивший у нас человек это удилище. И тот, скажем так, если это будет акция, то человек, купивший у нас, получает бесплатно. Если это будет не акция, не в период акции человек обратился к нам за запчастью, не купивший у нас, вот в этом случае мы будем смотреть, если их достаточное количество таких запчастей у нас на складе, то мы можем ему продать. Если это недостаточное количество, мы ему откажем и будем, грубо говоря, сидеть там с этими одинаковыми двумя-пятью хлыстиками, ждать своего клиента, своего покупателя, тот, который у нас купил, что вдруг ему понадобится, и бесплатно ему отдадим в период акции. То есть для нас, для меня лично, как для руководителя, да, владельца, это очень важно держать свое слово. Потому что наши покупатели магазина Multifish, они должны быть уверены на все 100%, что они в приоритете всегда будут в поддержке запасными частями, нежели те, кто купил в других магазинах. Поэтому это, скажем так, такая вот безальтернативный вариант для них должен быть. То есть он должен быть уверен, что если у нас купит, он получит запчасть, а другой, кто в другом месте купит, он у нас никогда ее не получит. Да, бесплатно и так далее. Но это касается Black Hole, да. Ну и вот по остальным фирмам я сказал. Скорее всего, мы будем придерживаться такой же тактики и по другим фирмам, по многим, потому что я сейчас не буду называть, но все идет к тому, что на некоторых производителей, которые не возят запчасти, только мы будем привозить эти запчасти, только мы будем их бесплатно раздавать купившему нас и так далее. Возможно, для каких-то фирм, не, ну, относительно не малоизвестных, да, это, да, мы можем сделать как? Мы можем принимать заказ на запасное колено. Допустим, мы просто растянем во времени. Вот сейчас я объявляю, да, что у нас с начала следующей недели, в течение 10 дней, мы принимаем вот заказы, так называемые, да, на запчасти. Да, они у нас есть, и мы это все отдадим на Black Hole, да, они у нас в наличии. Вот, но может так быть, что на какого-то производителя мы сможем принимать заказы, заявки, так называемые, да, за месяц, за два. То есть это единственное, что мы можем вот чуть-чуть оттянуть. Если у нас не будет. То есть мы примем, найдем их, привезем и уже раздадим. В общем, такие условия только для покупателей магазина Multifish. Заказывайте у нас, участвуйте в этой акции. Пускай для вас это будет приятно, получение запасных частей бесплатно. И вы должны знать, что покупая у нас, вы, что называется, вступаете в нашу большую семью, круг доверия и так далее. И мы вам платим тем же. На очереди, повторюсь, следующая акция, да, это Дайва, буквально она через 10 дней будет. И еще через 10 дней у нас будет акция Lucky John. Потом будет маленький перерывчик, и вновь пойдут акции. Всего доброго и до новых встреч!